Привет, ребята! Привет, YouTube! Поехали на очередную рыбалку. 15 километров проехали. Еще столько же осталось, половина. Сейчас мы отдохнем, посмотрим, что да как, да продолжим путь дальше. Ну что, не замело? Да нет, вроде. В этот раз по-тихому еду, по-тихому, да? По-тихому, ну. Ой, вот это бескрайнее сибирское озеро, ребята, которое всю жизнь кормило и кормит до сих пор. Нифига себе. На улице свежо у нас. Где-то минус 20 градусов с утра сегодня было. Вы у меня спрашиваете, ребята, зачем мне нужен масхалат? Типа, я же не охотник. Ну попробуйте, проедьте. Это для тех, кому интересно, для чего я одеваю масхалат. Даже масхалат и то продувает. Так что, ребята, такие дела. Поехали мы с Александром на очередную рыбалочку на карася. Вот именно, нам не интересен окунь, нам интересен кто, Саня? Карась. Большой килограммовый карась, мутант, карась-кабан, который не лезет в лунку. Так что, ребята, сейчас отдыхаем, попьем маленько чайку, немного. 15 километров проехали, как я уже говорил, ну и осталось столько же. Осталась половина пути. Передыхаем и едем дальше. Ладно, ребята, увидимся уже на рыбалке. На самой именно рыбалке. На лунках холодных. Ладно, увидимся. Итак, друзья мои, приехали мы на место точки нашей рыбной ловли. Саня, наверное, метров 20 от меня будет, 30 рыбачить. Так что... будем рыбачить, как уже сказал, на карася. Окунь нас, ребята, не интересует. Ладно, достаем снасти, одеваем опарыша и начинаем уже рыбачить и ждать первую поклевку. Погнали. Ребята, снова. Ребята, попался карась. Просверлил я лунку. И можно сказать, пятая поклевка. И попал карась, который не влезет в лунку. Ай. Сейчас мы с вами его вытащим. А, видно вам, нет? Ага, зашибись. Бур 110. И лопатка не лезет. Давай что-нибудь, Сань. Где у тебя там фирменная эта штуковина? Поймал два карасика, два окуня и одного ельчика. Давай. Вот он, видишь, не лезет он ни хрена в лунку. Во! Ни хрена себе. Вот это, ребятушки, карась. Всем карасевичам карась. Отличный, хороший, замечательный карась попался. Также попалось мне два вот таких вот карасика небольших. Они еще он полуживые. Это примерно пятый номер. Вот это 40-й номер. Четверочка так называет. А вот этот, который попался, это у нас где-то, ну... 6-й, 7-й номер точно будет. Одного поймал, один. Кого поймал? Карася. Да? Я, наверное, все-таки здесь разбурюсь, потому что в 110-ю что-то Саня, он вообще плохо лезет. Так. Пусть стоит удочка. Сейчас, наверное, еще 130-м я разбурю, потому что луночка у нас на 110. И поклевывает рыбка здесь у нас.
Вот она снова поклевка, ребята. Сошел. Проворонил. Но карась поклевывает. Итак, ребята, как вы уже видели, поймал я 3 карасика. Нашли мы место. Долго мы ездили и искали, но все-таки нашли карася. Мы ехали не за окунем, а ехали, ребята, за карасем. Саня, он что-то тащит. Наверное, тоже карася поймал. Сейчас мы к нему подойдем, посмотрим. Ладно, пусть пока удочка у нас здесь стоит. Может быть, кто-нибудь и клюнет. Сейчас возьму бур на 130, пробурю 2 лунки, закормим здесь и остаемся здесь рыбачить. Карась здесь, ребята, присутствует. Саня, что у тебя? Одного поймал, один стол. Ну тоже такой же стандартный карасик. Ты 3 лунки, да? 2. 2 забурил. Да, такой же карась. Стандартный. Прикармливал, да? Нет. Это было. Ладно, прикормим. Разбурим и будем рыбачить. Ветер, конечно, ребята, оставляет желать лучшего. Плохо вообще, прям ветрище. Но ничего, будем терпеть и ловить рыбу. Было, ребята, пробурено 3 лунки. 1, 2, 3. Только удочку поставил, сразу была поклевка. Не заставила себя долго ждать. Но сейчас мы прикормим сушеным мотылем. Вот она, поклевка. Видите? Вот это клюет карась. Это 100%. Он осторожно клюет со дна. И клюет у нас, Сач, вот она. Эх, сошел. И 1, 2. Такие горсточки хорошие. И еще бетаина. Кинем маленько. Прикормим. Вот она, поклевка сразу. Ну. Была. Это сухой мотыль. Отлично. Есть. Ух ты, блин, сорвался. Друзья мои, сошел карась. Сошел. Ну, поклевка была. Настоящую клюет. Так это тоже у нас что-то вообще тихо. Удочка стоит. Клевочка, ребята, есть. Вот он, еще один карась. Идет, хоть бы не оторвал. Вот он. Красавец какой, ребята. Давно я его ждал. Отлично. Хороший карасик. Ну, отдай. Иди погрейся. Так, опарика поправим. На стоячку. Клюет на игру вообще категорически. Отказывается клевать. Есть, ребята, еще один карасик. Камера замучила выключаться. Замерзает. Отличный. Добрый. Вот она, поклевочка. Вот он, давай. Давай, родненький, давай. Сошел, ребята.
Сошел карась. Поторопился. Ну, сейчас мы его подождем. Тащу, тащу, ребята, все-таки я его выудил. Ух ты, блин, вот это здоровый какой. Карась, тише, 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 тише. Не уйди. О. Карасик. Серебристый карась. Отлично. Только сейчас с вами проговорил, что спугнул его карася. А нет, клюнул, друзья мои. Иди к своим. Руки замерзают. Пальцы не гнутся. А он клевать начал. Тоже, ребята, лунку пробурил. Новую. Когда-то палатка здесь стояла. Возможно, прикормленное место. Вот она, поклевка. Есть. О, беленькая. Ельчик. Проклюнул. Отлично. Берем. Ну, ё-моё. Запуталась. Снова поклевка. Есть. Снова беленькая. Вот такую, ребята, рыбку солить. Одно удовольствие. Вот это не бельчик. Что там, Саня, у тебя? Карась? Карась. Саня карася поймал. Снова, ребята, попался ельчик. Сибирский елец. Иди к своим. Выше поднимаешь ельчик. Да я не успел даже опустить мормышку на дно. Сразу поклевка. Не, пойду я лучше на свои карасевые лунки. Так, ельчика мы возьмем. О, ребята, поклевка, вот он, карась. Хотел лунку почистить. Вот он, карась идет, 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 идет. Идет, вот он. Клюнул. Ничего себе. Мормышку-то заглотил он. Я хотел в лунке почистить в крайней. А он клюнул. Вот это, да? Парадокс. А то потом опять скажете. На крючок повешал. Карася дохлого. Настоящую клюнул. Походу у него вечерний выход. Ну, распутывайся. Давай. Пусть стоит. Вот оно, вот. Есть! Есть, друзья мои! Еще один идет, 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 идет. О, какой здоровый! Карась, иди сюда.
А, нет, нет, нет. Чуть не ушел, а. Все, ушел, ребята. Ушел, ушел. И мормышку, наверное, мне оторвал. Вот какой, а. Ну, судьба у него такая. А нет, вот она, мормышка. Я думал, мормышку оторвал. Нифига себе. Здоровый был карась. Ушел. Так, поди. Что здесь разогнул? Нет. Так, сейчас лунку почистим. Сейчас свежих опариков нацепим. Обидно, хороший жирный карась был. Ушел. Все, достаточно. Эх. Обидно, досадно. Да ладно. Еще выловим. Ну. Есть. Идет, 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 идет. Хоть бы не сорвался-то, друзья мои. Не лезет. Не лезет в лунку. Что делать? Нет, идет, 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 идет. Вот он, вижу. Вижу, ребята. Вот он, нифига. Со скрежетом. Фу, все-таки я его взял. Отлично. И... Давай, 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 иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Отлично. Отлично. Иди ко мне. Вот он, ребята, кто там у нас какой-то нервный идет. О, полосатый матрос попался. Ну, мы полосатиков сегодня наловили. Этого полосатика мы отпустим. Ну, отдай мормышку. Давай. Отдавай. Иди в лунку. Полосатик клюнул. Полосатик нам мелкий уже больше не нужен. Кошки-машки наловили. Окунь подходит, карася отгоняет. Сейчас карась маленько прекратил клевать. Поклевок стало намного реже. Карасевых. Итак, мои друзья, на этом моя рыбалка заканчивается на чудесном озере. Уловом я, ребята, доволен. Ехал я на карася. Карася мы с Саней нашли. Так что рыбалка я, ребята, просто очень доволен. Мне нужны были карасиные поклевки. И я их ощутил, эти хорошие карасиные поклевки. Вот он, самый главный рыбак идет. Итак, переходим к улову. Вот это мой, ребята, улов. Такой небольшой. Сиротский улов из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 карасей. Поймал также 3 вот таких ельчика. Окунишка попадался. Мелкого я кошки-машки наловил. Ну и в принципе, ребят, такой улов. Саня сегодня фартануло немного. Попал он на карасиное эльдорадо.
почти пол мешочка он поймал. Наверное, штук, наверное, на 40 все-таки карасиков он поймал. Карась весь зачетный, едовой. Вот такой вот. Даже еще живой он у Саньки. А вот он сам, Саня. Сань, ну что, как? Вообще огонь. Пушка, бомба или как там еще? Ну, карасиное Эльдорадо. Да. Короче, рыбалкой очень доволен. Вообще. Сколько мормышек оторвал? 6 или 5. Он 6 мормышек оторвал. Вот такая, ребята, получилась у нас рыбалочка. Вот если мне не верите, спросите у Сани. Карась до сих пор клюет. Клюет, там домой надо ехать, ну, уже время. До сих... С ночевой надо. Рыбалка, я, ребята, тоже очень доволен. Доволен своим уловом. В принципе, как я вам и говорил, я ехал за карасем. И Саня тоже ехал за карасем. И мы этого карася, ребята, нашли. Ну что, ребята, собираем улов. Считать я не буду. Вы сами прекрасно видели, сколько я поймал. Так что улов вообще зачетный. Почти столько же, как у Сани, но у Сани побольше улов. И кошки будут довольны окуньком. У тебя попадался окунек, Саня? Да, ельчик. Елец белый проскакивал. Сюда весной бы приехать. Будет вообще по красоте. Ох, смерзся. Нормальный такой семерочный карась. Куда с добром? Тоже так, пятачок, пятерочка. Ну что, нормально. Ну а на этом, ребята, всем спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Так что увидимся уже на следующей рыбалке на карася. А может быть, не на карася. Не знаю, короче, как карта ляжет, так и увидимся. Ладно, всем пока. И до новой встречи. О! Саня, нифига тяжелый такой пакет.